Итак, мы продолжаем. В полиции Бийска установили личность водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Васильева-Трофимова. Запись видеорегистратора ее опубликовал житель Наукограда в социальных сетях. Водитель иномарки с левого ряда буквально в нескольких метрах от автобуса поворачивает направо. К счастью, здесь обошлось без аварии. В соцсетях бийчане просили правоохранителей найти и привлечь гонщика к ответственности. И вот как сегодня нам пояснили в пресс-службе межмуниципального управления МВД России Бийская, нарушитель задержан. И он заплатит штраф. Напомним, что не так давно к ответственности также привлекли водителя-внедорожника, который решил съехать по ступеням к центральному пляжу и также попал в объектив камеры мобильного телефона одного из отдыхающих.